Всем добрый день! Предлагаю вашему вниманию активно работающую омолаживающую витаминную маску, которая поможет восстановить кожный покров после зимнего сезона, в то время, когда наша кожа испытывает острую необходимость в витаминах и микроэлементах. Такая домашняя маска питает, увлажняет, освежает кожу, борется с морщинами, оказывает лифтинг-эффект, поэтому показано при возрастных изменениях, а также при пониженном тонусе кожи лица. Для приготовления маски потребуется 1 столовую ложку сметаны, смешать с 1 чайной ложкой какао. Какао используйте качественное, без добавок, без сахара. Добавить 1 чайную ложку масла. Это может быть масло авокадо, масло зародышей пшеницы, жажаба или оливковое масло. И добавить 3-4 капли витамина Е. Смешать все ингредиенты до однородности. Готовую смесь нанести на тщательно очищенную кожу лица, шеи, на зону декольте на 20-25 минут. По окончании процедуры удалить маску с лица при помощи бумажной салфетки, смыть теплой, а затем холодной водой и нанести свой любимый крем. Маску можно применять 2-3 раза в неделю. Однако помните, что лучшего результата можно достичь, меняя рецепты масок. А я, как всегда, желаю вам всего только самого доброго. Будьте здоровы, красивы. Спасибо, что были со мной. Пока.